Всем привет! Ну, как я обещал, записать вторую сторону «Ласкового мая», первая запись, вот, которую я купил. Ну, это, правда, перезапись с советской кассетой, на не очень хорошую тоже кассету, ну, что было у меня вот, в наличии. Так и переписал, чтобы запись не потерять. Вот, давайте слушаем. На второй стороне кассета «Ласкового мая» поет Пахомов. Вот, сейчас вот так. Слушаем и вспоминаем былое. Очень, от тебя устали очень, и
Thank you.